Десятки тыкв необычных форм и цветов и совершенно невообразимых размеров. Что же эти овощи в таком количестве делают в городском фитнес-центре? Ответ прост. Тыква – это главный атрибут яркой и необычной акции, которая сейчас действует в фитнес-центре Pride Club. Условия очень просты. Принести этот яркий овощ, да побольше. Вы можете за тыкву получить хорошую внушительную скидку. Как мы видим, у нас самая большая тыква общим весом 98 килограмм. А 1 килограмм тыквы приравнен к 1% скидки. Видновчанин Сергей Верещагин подошел к акции со спортивным азартом. Он узнал об основных селекционерах Подмосковья и поехал аж в Коломну. Вес его добычи – 98 килограммов. Название сорта бокчевой говорит само за себя – «Атлантик-гигант». Это был очень увлекательный день, когда мы поехали за тыквой. Она, правда, заняла почти весь, так сказать, салон универсала, да, то есть пришлось аж сложить сиденье, но очень было интересно посмотреть, как они растут. Людей не только со спортивными сумками, но и с тыквами в руках в фитнес-центре немало. На данный момент в урожайной акции уже приняло участие более 30 человек. Кирилл Смагин, давний клиент клуба, смог донести тыкву лишь вдвоем с приятелем. По результатам взвешивания – бронза. Почти 55 килограммов. Несмотря на свой внушительный вес, эта тыква пока занимает всего лишь третье место. Скажите, откуда она? Наш родной Ленинский район. Сами вырастили? У друзей на даче взял. Кроме того, будет проведен еще дополнительный конкурс с различными номинациями и призами. Ну а что касается дальнейшей судьбы тыкв, то в ближайшее время посетителей фитнес-клуба ждет разнообразное и наверняка вкусное меню. Мы передадим их в наш кафе и будем готовить угощения для наших клиентов. И уже ими делиться, угощать наших посетителей в течение ноября. Акция продлится до конца октября. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.